Привет, друзья! Представляю вашему вниманию удивительную историю. Фермер из Ирландии был с головой погружен в свои заботы. Аккуратно перебирая тюки с сеном, он внезапно увидел нечто необычное. За одним из тюков сена сидели крохотные совята. В окружении дохлых мышей испуганные птенцы жалобно попискивали и жались друг к другу. Фермер поспешил позвонить в организацию, которая занимается охраной природы и защитой диких птиц в частности. Когда мужчина рассказал им о своей находке, ему посоветовали поставить сено на место и позволить птенцам подрасти, поскольку они уже привыкли к этому месту. Кроме того, фермеру велели не использовать химикаты для истребления грызунов, ведь яд может попасть в организм совенка. Так фермер и поступил, вернув тюки на место, он вышел из амбара и аккуратно прикрыл за собой дверь. А нам остается надеяться, что совята вырастут крепкими и здоровыми. И, возможно, будут и дальше помогать фермеру в борьбе с вредителями. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео выходят каждый день.